Обучение для демонстрации, как я мучаюсь с настройкой трансляции, короче. Ага, Джек Ричард, спасибо, короче. Вот, видите, Юрич тут сидит, настраивает в ОБС студии, короче. И прочим, прочим. Это плюс у него тут еще смартфон, плюс еще там, ну вот. Я уже говорил, вот в окнах, как бы смотрю, сцены разные. Так, а здесь что накрутится? Сцена 2. Сцена 2, стоя, что накрутится постоянно? Сцена 2. Свойства. Перезапустить воспроизведение, когда источник становится активным. Не надо. Ничего не показывать, закрыть при отсутствии активности. Скорость. Почему-то скорость 51%. Какой же 51, когда должна 100 быть? Ладно, почему? Я думаю, что она такая медленная, короче. Так, здесь, значит, свойства. Закрыть при отсутствии активности, использовать, декодировать. Давайте приколимся, сделаем 150% скорость. Этот ролик уже был. Чисто для настройки, короче, для просмотра возможностей. Да, и вот идет картинка, короче. Здесь у меня устройство захвата вывода. Вот я увожу свою физиономию веселую вот сюда, короче, и с нее перехожу вот так вот резко сюда, значит. Не пишет ничего. Ай-яй-яй, блин, Все, живот рот 150. озакончился. Да Ну ладно. ладно, уравниваем горизонт. Поехали вверх, что-то солнце теперь будет на нас встретить. Лилипутский базар этот, вы ж мне простите. Прикалываюсь как могу, короче. И тут же идет контроль. Так. Контроль идет этого всего, что оно в эфире, да. Вот я смотрю, а еще отстает даже. Только звук выключил. Так, я хочу побольше сделать разрешение. У меня стоит 480, ну как бы это. 720 максимальное. Может быть, с артефактами там чуть поменьше. А, ну все, пропускает уже. Все, перегружает меня. Не могу я так это. Да, уже, короче, лагает. Ну, надо смотреть у вас на компьютере, как будет идти. У меня, короче, лагает. Ну, рассчитано хотя бы на аудио, поэтому ну, видео хочется тоже иметь в хорошем качестве. Что тут поделать? Ну, рассчитано хотя бы на аудио, поэтому... Так, выключаем это. Все, она накрутилась. В общем, такие вот эксперименты. Тут я еще в чате про это проверяю, смайлики как работают. Так, ну что, можно тортик отправить, да. Ага. Все, проходят смайлики. Осталось донатай алерт настроить. Хотя без него работает. Вот чем не связывался, это не сегодня, короче. Хрен на него. Это как бы у меня ума не хватит. Интеллект мой и так уже утомлен, короче, паянием усилителя. И... Поэтому мой интеллект утомлен. И поэтому я прощаюсь, наверное, с вами сегодня. Не вот. Пишет ничего. Все, режим отлета закончился. Эй, Ну эй, ладно, эй. уравниваем. Че это она запускается? Надо перезапускать. Так. Скорость поставим человеческую. Ну хотя бы не виснет, а то она раньше глючила, висла, короче, Не до пишет апгрейда. ничего. Все, режим отлета Да что закончился. такое? Ладно. А, ну это сцена 3, она и вылезает, да, источник 4. Вот такая она хитрая. Так, все, последний план. И выключаюсь, короче. А что, он не едет-то никуда? Я ничего не понимаю. А, опять не там. А почему источник 4? Я же цена 2 делаю.
Вот она, поехала. Как тяжело, блин, тут цены надо расписывать заранее. Сценарной работы больше, чем при... Лю. Уходит, да. Ну, рассчитано хотя бы на аудио, поэтому... Так, и вот я сохранить саму трансляцию после этого я не могу. Нет у них опций. Сохранение. Редактировать есть, но это не то. Вдоль людей смотрит. А вот сохранить материал я не могу, к сожалению. Поэтому я вот и записываю, чтобы вам показать этот нюанс. Поэтому чем больше подписчиков, да, тем она дальше доходит. Это ссылки на рекламу. Я ума не хватит. Увы. Мой и так уже утомлен, короче. Ну все, останавливаю. Поэтому мой интеллект утомлен. Все, остановилось. Короче, она только реал-тайм у них. Вот же, блин, а, как плохо. Тем не менее. Тут продолжается. Ладно, все, господа. Но имейте в виду, короче, где я теперь.